Каникулы в городе. 1 июня на базе 5-й школы начинает работу лагерь для детей от 6 до 17 лет. В нем смогут отдохнуть 175 губкинцев. Тематика первой смены – патриотическая. Пришкольный лагерь работает в первой половине дня с 8:30 до половины третьего. Для детей подготовили насыщенную программу. Многие мероприятия посвящены предстоящему юбилею Губкинского. Дети будут ходить на экскурсии, у них запланировано посещение бассейна, составлен план основных мероприятий со всеми социальными структурами города. Дети будут посещать музеи, спортобъекты нашего города, детскую библиотеку. Также будет много проводиться профилактических мероприятий, на профилактику, на знание правил дорожного движения. Следующая смена, третья, будет работать на базе первой школы. Планируется, что в пришкольном лагере отдохнут 100 детей. Чтобы ребенок провел каникулы в лагере, родители должны написать заявление в школе, заключить договор и предъявить счет на оплату и справку о состоянии здоровья ребенка.